во-первых, были у нас обращения в суд для подтверждения права собственности на жилое помещение, для признания членов семьи гражданскую супругу, падчерицу, а также подтверждающиеся факты проживания членов семьи в утраченных жилых помещениях на момент пожара. То есть, например, в некоторых семьях супруга с детьми была прописана в другом населенном пункте, но проживала вместе с мужем в поселке Степной. И для того, чтобы они смогли воспользоваться этой социальной выплатой, я еще раз говорю, мы обращались в районную прокуратуру за консультацией, затем выходили в суд, и в результате вот здесь тоже было все решено положительно. Но еще у нас очень такой сложный факт, который был обозначен уже сразу 8 мая, когда мы приехали и встречались с каждым подрядчиком, это у женщины был приобретен дом под ипотеку. И здесь тоже подключились абсолютно все структуры, за что всем огромное спасибо. Данная гражданка ипотеку выплатила полностью за счет страховой компании. Были у нас трудности и в плане, казалось бы, на первый взгляд, таких вот ситуаций, которые не вызывали опасения. И деньги были одобрены сразу, и пришли они быстро. Но подбиралось жилое помещение, выбиралось очень долго. И здесь тоже подключались все, в том числе главы. Мы подыскивали это жилье, чтобы оно устроило человека, который вот... У нас пострадал в деревне Холма. В результате жилье было приобретено буквально на днях, средства поступили, и все тоже довольны. Также был отказ женщине по причине того, что у нее в собственности имелось иное жилое помещение в городе Красноярске, которое превышало учетную норму площади. Сын этой женщины находился в местах лишения свободы, и на него удалось получить социальную выплату в связи с тем, что он самостоятельно не мог подать заявление как собственник. Тоже были приняты разные меры для того, чтобы откуда нам заявление пришло, и мы его права защитили, и он тоже получил эту социальную выплату. Была ситуация... И мы тоже подтверждали в суде право на утраченное жилое помещение, находясь в трудной жизненной ситуации. Гражданка тоже, получается, доказывала, что жилье, которое у нее есть, находится в меньших размерах. И по составу семьи она имеет право на получение данной выплаты. И здесь тоже суд пошел к нам навстречу. И здесь тоже была приобретена большая квартира для этих людей. Поэтому полномочия, о которых я вам сегодня говорила в начале, когда администрация Назарского района должна была лишь собрать заявления, их проверить, сделать учетные дела и отправить в министерство, на этом не заканчивалось. Каждому жителю мы подходили индивидуально, слушали, помогали, обращались в разные органы. На данный момент все деньги поступили, которые мы заявляли в Министерство социальной политики, и все люди приобрели свое жилье. На этом у меня все, готовы услышать вопрос. Дома, стены, 6 двухквартирных домов в поселке Степном стоят, ну, без крыльев, все обгоревшие, но стены добротные, кирпичные, старого кирпича, построены еще по тем советским ГОСТам. Каков юридический статус этих вот останков жилья? Сейчас в связи с тем, что данным людям приобретают жилье на новом месте, решается вопрос о не только вот об этих стенах, о которых вы говорите, оставшихся, но и о земельных участках. Земельные, да. Поэтому этот вопрос сейчас решается, и в ближайшем времени, я думаю, вам дадут на него. Им не принадлежат уже. Ни собственнику бывшему, ни государству, никому. Ну, если так рассуждать по-хозяйски, их же можно восстановить, и это восстановление будет гораздо дешевле, чем строить заново. Поэтому здесь надо как-то району поработать с этим вопросом, определиться с правовым статусом, с юридическим статусом, с вот этим остатком. Здесь как раз идет работа, мы ваши предложения заглавы на районе, а мы это найдем. Понятно, я понимаю. Ну, не разваливать, их не снести.
Михаил Карпович, я вам можно, я вам поясню в двух словах? Вот Любовь Николаевна Павел сказала, да, вот эти участки, они сейчас их снимают полностью, они переходят в муниципальную собственность. Мы готовы потом эти участки, ну там, или на торги выставить, или как, чтобы люди или строились, или там организация заходила. В бюджете Назаровского района на этот год заложены деньги на снос этих домов. Они нам выделены в бюджет сельсовета. И у меня есть устная договоренность вот с залом Назаровским, что мне эти дома убирают, полностью участки освобождают. Я не случайно задаю вопрос о юридическом статусе. Потому что зайдет сегодня зал Назаровское, отстроит этот дом, нет, оно не зайдет просто что... так. Просто так оно не зайдет. Мы уже имеем опыт с зал Крутоярское. Печальный опыт. Поэтому вот хотелось бы, чтобы это было на законных основаниях. Хорошо, вопрос будет озвучен в главе. Сейчас. А все это нельзя. Я знаю.